Кстати, крымский медведь за год подрос и даже выучил несколько трюков. Правда, на арену выпускать его все-таки не будут, он станет скорее живым талисманом симферопольского цирка. Совсем скоро Мишку ждет новоселье, ему собираются сделать отдельные апартаменты. В гостях у Грозного побывала Ольга Савенко. Младший братец, смотри, очень молодецкий у нас. Совсем еще маленький пугливый медвежонок делает свои первые шаги на сцене. А это уже год спустя. Сейчас он по-настоящему грозный. С ним ежедневно работают дрессировщики. Одни трюки новый крымчанин уже освоил, а вот к другим душа не лежит. Ему нравится, знаете, бороться. Он любит через барьерчики прыгать. Кувырки не любит. А вот что действительно любит косолапый артист, так это сладости, сгущенку и сахар. Его дают в качестве поощрения. Поэтому Грозный старается безукоризненно выполнять все команды. А чтобы животное было здоровым и полным сил, в его ежедневном рационе отборный корм, витамины, фрукты и овощи. Он был буквально, наверное, килограмм 10. Может, там 12. Сейчас он уже, вы видите, что там уже все 70 уже скоро. Вообще не до 100 килограмм. Он еще расти будет. Его не случайно называют всеобщим любимчиком даже глава республики. Медвежонок умеет дружить, но если что не по его, демонстрирует по-настоящему кавказский темперамент. Сейчас медвежонок Грозный живет в небольшом вольере и соседствует с лошадью Эльзой. Но в скором времени он переедет. Ему готовят отдельные апартаменты. У нас во дворе цирка будем строить большой вольер с бассейном, со всеми условиями, для того, чтобы он чувствовал себя совершенно вот, ну, уже вот как в живой природе, и ему было удобно и комфортно. Сейчас питомец освоил элементарные трюки, однако выпускать его на арену не будут. Планируется, что он станет живым талисманом цирка. Ольга Савенко, Сергей Козырь. Время новостей.